В Казани проходит 21-я международная конференция по химии фосфора. Среди организаторов форума – Казанский федеральный университет. Также ученые КФУ представят на конференции около 50 докладов. На празднике парковку в центре Казани сделают бесплатной. Заявлением о введении бесплатного режима на парковках города 12 и 13 июня выступили в Комитете по транспорту. В Елабуге заработала уличная библиотека. Таким образом, елабужане присоединились к всероссийскому проекту «Читающий город». Казанский пляж «Локомотив» попал под запрет. Вода в Волге не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям. КФУ и Первый медицинский университет образовали академический юнит. Цель создания юнита – повышение конкурентоспособности биологической, медицинской и фармацевтической науки в России. Парки и скверы Казани превратятся в кинотеатры. Киносеансы под открытым небом будут проходить каждый четверг с 16 июня по 8 сентября. Проект реконструкции парка Урицкого презентует казанцам. Горожанам предстоит выбрать логотип и фирменный стиль парка. В Казани прошел матч друзей баскетбола. Участие в товарищеском турнире принял министр спорта Татарстана Владимир Леонов, призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, а также болельщики. В Казанском федеральном университете с нового учебного года запускается магистерская программа подготовки специалистов по исламским финансам. В связи с западными санкциями в России возросла потребность на подобных специалистов. Ильнура Джумалиева, магистрант Казанского федерального университета, победила в номинации «Мисс Загадочность» на конкурсе «Жемчужина мира 2016» в Казани. Участнице предстояло продемонстрировать творческие номера, многие из которых были посвящены национальным традициям и обычаям.